Форум работников концерта индустрии прошел сегодня в Красноярске. Собрались те, кого больше всего коснулась отмена музыкальных событий из-за пандемии. Это не только артисты и музыканты, но и организаторы концертов и фестивалей, а также билетные операторы. Все они хотят, чтобы концертная жизнь продолжалась. Для этого предлагают снизить арендную плату площадок. Некоторые артисты готовы отказаться от части гонорара, чтобы живая музыка все-таки доходила до своего слушателя. Форма онлайн-выступления многим кажется кощунственной. Вот эти ограничения сначала там 75, потом 50, теперь 25%. Это, конечно, немало совместимо с жизнью вот, для артистов. Но чтобы все-таки как-то оставить возможность давать концерты, может быть, мы все просто немножко подожмемся финансово. Артисты подвинутся на гонорары. Театр не может быть театром в онлайн-трансляции. Ну, теряется действительно энергия. Ну, Господи, ну, есть же неизученные какие-то субстанции. Мы же их знаем. Я ладонью к вам прикасаюсь, и вам на груди же жар вы чувствуете. Вот так энергия артиста и зрительная энергия, наоборот, обратная, которая летит из зала. Вот на таком уровне существуют хорошие спектакли.